Друзья, всем привет! Немножечко хочу вам рассказать про такой сорт чемпион, который растет у нас в саду. Это 2015 год посадки, подвой ММ-106. Ну, стандартная конфигурация для садов этого года закладки. Ну, что можно сказать про сорт чемпион? Одно из его главных преимуществ то, что он совершенно не периодичный, он всегда закладывает достаточное количество почки, у него высокая дифференциация, с ним легко работать на обрезке, он в целом стандартный сорт для обрезки, его можно поручить новичкам, и как бы ты его ни обрезал, он всегда даст хороший урожай. Вот этот сад, здесь висит примерно 35-40 тонн на гектар, и он ежегодно дает вот эти числа, то есть мы здесь всегда собираем хороший урожай. Из минусов это то, что он иногда склонен к подкошке, но если вы даете достаточное количество кальция через лист и через фертигацию, вы в принципе этих проблем можете избежать, потому что сорт крупнокалиберный, в среднем от 65 до 80 средний калибр яблок, но подкошку мы не особо часто видим, стекловидность тоже особо его не трогает, поэтому в целом стандартный такой хороший сорт, рабочий, для начинающих садоводов очень хорошо подойдет. Из минусов это, ну, слабый окрас, особенно если вы производите его на Кубани, где нет таких сильных перепадов. В целом этот сорт очень хорошо подойдет для средней полосы России, для Калининграда, для Польши, очень там много выращивают. То есть такой стандартный работяга, хороший сорт.